Всем привет, меня зовут Димон, и в этом видео я хочу вам рассказать об одной всеми известной и очень результативной насадке для зимней рыбалки. И это насадка парыш с укропом. Укроп является также ароматизатором, таким как и чеснок, и также идеально подходит для холодного времени года, такой как зима. Опарыш с укропом, точно так же, как и опарыш с чесноком, это те насадки, которые я многократно проверял на зимней рыбалке, и они очень хороший показали результат. Для того, чтобы сделать опарыш с укропом, достаточно банку с опарышем положить немножко укропа и оставить на сутки. Опарыш, ползая в этой баночке с укропом, пропахнет и будет служить хорошей насадкой на зимней рыбалке. Вы наверняка спросите, а почему опарыш? Опарыш — это личинка обычной мухи, и самый главный и очень важный фактор, что эта личинка мухи очень стойкая. То есть, если мы добавим, допустим, чеснок или карвалол к червям, репею или к тому же мотылю, это убьет насадку. Не проверяйте, проверено. Погибнет все. Как червяк, так же мотыль, так же и репей. Но если мы добавим тот же карвалол или чеснок в банку к опарышу, опарыш будет жить, при этом пропахнет запахом и послужит нам очень классной насадкой на зимней рыбалке, на которую клюет вся рыба, вся, которая есть под вами. Все, что есть под вами, окунь, плотва, елец, ухлейка, все-все-все. И еще не менее главный фактор, опарыша не нужно часто перенасаживать. Например, как червяка или как мотыля. Не нужно забывать, что мы находимся на зимней рыбалке, и когда мы ловим на насадке, которые часто нужно насаживать, это все-таки не лето, руки быстро замерзают, а на одного опарыша, он достаточно очень стойкий, то есть на одну даже шкурку опарыша можно поймать достаточно большое количество рыбки, и тем самым руки наши не так быстро замерзают. Это тоже нужно учитывать. И что самое простое, опарыш продается во всех рыболовных магазинах. Стоимость этого опарыша составляет 30-40, может где-то 50 рублей. Но одной баночки такого опарыша вам достаточно хватит на большое количество рыбалок, даже при очень хорошем клеве, что тоже очень важно. Опарыш с укропом показал очень хороший результат, ничуть не хуже, чем опарыш с чесноком. Поэтому, друзья мои, изготовляйте насадку опарыш с укропом, опарыш с чесноком, ловите рыбку всю на зимней рыбалке. Ни хвоста вам, ни чешуи. А если ролик понравился, пальчик вверх, не понравился, пальчик вниз. Всем удачи и всем пока.